Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал На Пару! И сегодня мы снова жрем! Мы, как обычно, набираем вес перед Новым годом, ничего нового. Сегодня мы решили попробовать две самые популярные фирмы сухариков. Это Три Корочки и Хрустим, но именно багет. Чтобы вы понимали, когда мы приезжаем в метро, я покупаю себе коробку из 50 пачек Трех Корочек с томатом и зеленью. Это любовь с детства. Поэтому я считаю, что Максим сегодня будет необъективен, мягко говоря. У него свой фаворит уже давно есть. Но сегодня мы будем суммировать результаты каждого вкуса по компаниям. То есть мы просуммируем все 4 вкуса, получим результат, просуммируем это и сравним, что типа лучше в целом, Хрустим или Три Корочки. Начинаем? С какого? Давай с Хрустима. Почему не с томата и зелени? Ну, я их немножечко, совсем немножечко наелся. Уже вторая коробка, кстати, заканчивается. Ну давай, начнем. Первый, томат и зелень. Хрустим. Еще в школьные времена, вот как раз они появились в последних классах, я пробовал. Но мне не так понравилось, но это вкусно. Было, сейчас не знаю. Пробуем. Блин, на самом деле это очень вкусно. И как-то в детстве мне казалось... Еще пробуем. Да, я еще. Я не раз пробовал. Вкусно. Это очень, очень вкусно. Пористость багета добавляет нежности такой этому вкусу. Оно чуточку напоминает те читос пиццы, про которые я говорил, но, да. Но это не то все равно, но похоже. Потому что Три Корочки, они как хлеб просто, такие плотные. Интересно, мне понравилось. Сколько? Ну, это моя семерка. 9. Ничего себе. Я что-то даже не знал. Если честно, я для себя все, открыл... Всё, эту пачку ты выбрасываешь, покупаешь и при этом. Я открыл для себя новые сухарики, я их буду с радостью есть. А давайте для сравнения сразу же после этого пробуем... Я могу их не пробовать, я их знаю наизусть. Я могу из всего отличить их. Хорошо, ну как ты считаешь, какие лучше? Твои любимые классические или все-таки те? Они сразу намного тяжелее так жуются. Они пожестче. Угу. Если бы ты меня спросила просто так, я по-любому бы сказал Три Корочки. А на контрасте уже сложнее. Неожиданно сложнее. Мы правда думали, что фаворит у нас очевиден. Но вот вкус один, но ощущения и послевкусы после них абсолютно разные. Вообще, совершенно. Даже не скажешь, что это один и тот же, да? Одни и те же специи. Очень интересно. Отличаются. Потому что здесь ржаной хлеб идет, да. А здесь все-таки другой. Багет. Твоя оценка. Наверное, если из этих двух, то это вкуснее. Прости. Ты как считаешь? Это одно из самых сложных решений в моей жизни. Я, наверное, им поставлю обоим 9. Сегодня мне багет понравился больше, но, скорее всего, потому что я эти сухарики ем каждый день, и они мне немножко приелись. Вот я тоже об этом подумала. Там идеальный вкус. Все равно, в любой момент, ты знаешь, я всегда в настроении съесть одну пачечку. Поэтому это любовь, и такой любви нельзя. Мне нравится, что этот вкус, он нейтральный. Он не такой ярко химически выраженный, как многие вот бекон, да, например, да. Или еще что-то. Прикольно. Я тоже поставлю 7 свои. То есть, пока наравне. Да. Напряженная борьба, второй вкус, может быть сыр? Буженина. С горчицей. Но это не медовое. Я думаю, это типа острое. Нет, французская горчица, как раз таки есть с вами. Мы, кстати, очень любим в последнее время медовую горчицу. Я раньше до Алины не пробовал ее, а сейчас полюбил везде. Ой, самый... пахнет горчичкой, попробуй. Да. Очень вкусно. Как хлеб с горчицей. Кстати, да, но горчица не медовая. Нет, это все-таки остренькая горчица. Мне нравится. Вообще, я люблю немножко остренькое такое. Это прикольно. Очень вкусно. Я ни разу до этого не пробовала. Если честно, все разы, когда я пробовал Хрустим, мне прям не заходило. А что-то как-то сегодня под настроение. Но, если честно, я чувствую буженину, и она мне не очень нравится здесь. Я не люблю даже, когда, знаешь, на Новый год нарезка там на столе лежит она. Я могу ее съесть, когда нет альтернатив, а так не фанат. А мне очень понравилось. Я даже не ожидала. Вот в следующий раз бы я купила. Ого, то есть больше, чем эти? Да, да, намного больше. Сколько? Эти были 7? Ну, здесь 8 точно есть. Ну, я поставлю 6, потому что... Она вкусная, но это немножко не мой вкус. Но, правда, Хрустим пока что очень удивляет. Это вам говорит фанат Трех Корочек, который все попробовал и каждый день их ест. Я предлагаю после горчицы попробовать холодец. Ой. И хрен. Холодец и хрен — это самый любимый мой вкус в детстве. Я просто обожаю кириешки. Это даже на Украине. Там они были очень популярны. Не пробовал? Кириешки пробовал, но с вот... С холодцом и хреном. Я вообще ненавижу холодец и хрен. О, будоражит. Давай мне тоже. Один только, я больше не вынесу. Тебе правда так нравится? Я обожаю такой вкус. Странная ты женщина. У меня, кстати, с холодцом и хреном есть одна история. Однажды мы ехали в машине, и я втихаря от мамы купила себе пачку сухариков. Она мне запрещала их кушать тогда, хотя и сейчас тоже. И вот я втихаря на этом сиденье открываю эту пачку. Мама такая: «Ну что, машина испортилась? Чем это так воняет?» Я говорю: «Ой, это я сухарики открыла». Короче, они реально воняли чем-то испорченным. И в итоге мама сама же ела эти сухарики, потому что ей понравились. Да. Но я не могу им поставить много. Мне запах не очень нравится, но послевкусие во рту очень круто. Какая оценка?
Сколько? Это уже 8. Ну, я очень люблю. Это очень специфически, но мне это очень нравится. Тут у нас прям очень разница. Я больше 4 не могу влепить. Mm-hmm. То есть пока что 3 корочки получили 12 баллов. Mm-hmm. И они отстают по счету. Но кириешки тебе все-таки... 9 была, даже 10. До кириешек мы как-нибудь дойдем, потому что есть еще другие компании, мы взяли 2 самые популярные все-таки. Кстати, я вообще сухарики люблю даже больше, чем чипсы. Они мне неприятнее. Чипсы, согласен. Они более жирные, и я их съесть много не могу. Вот после съемок ролика про чипсы мне было очень плохо. А после Милки было еще хуже, потому что мы столько сладкого не ели, наверное, последние лет 10. А вот сухарики я бы даже забрала с собой эту пачку и доела. Не, я предлагаю забрать тут эти 2 точно. Так, продолжаем дальше. Идет... Сыр. Главное, чтобы он не пах, как твои сыры. Ну, такое. Ну, пахнет, знаете, мокрыми носками. Хотя многие сыры так пахнут. Сырно. Но мне кажется, этому багету подходит вкус сыра. Такой нежный. Ну, кстати, приятный сыр. Приятный. Даже я, будучи не фанатом сыра, могу сказать, что это приятный. Вот мы пробовали принглсовские, они были хуже. Но после вкуса интересно. Нормально. Не ядрено. Моя 7. 6. Даже я ставлю 6. Это хорошо. Мы сегодня как хейтеры 3 корочек, потому что мы хрустим и максималочки лепим. Ну, вообще-то мне заметно, что это не просто сыр, а сырное ассорти. Здесь чувствуется вкус разных сыров, и российский. Для меня нет. Вот мужской взгляд, что я просто чувствую кучу сыра. Знаете, как в чизбургере. Ну и, конечно, отличается очень 3 корочки от багета. Абсолютно разный послевкусие. Здесь реально ржаной хлеб, да, и он, да, прорывается. Такой... Ну, вообще, самое вкусное — это чесночные гренки. Бородинский, она имеет в виду. Это просто потрясающе. Берете бородинский хлеб, нарезаете чеснок, масло, сковородка и муа. Давай так, если они захотят и поставят здесь 15 тысяч лайков, то мы сделаем свои бородинские гренки с разными вкусами еще. Я поддерживаю. Типа можно к одной укропа, к другой сыра, к третьей, это же вариантов офигенно. Давайте, короче, 15 тысяч лайков. Бутатская кухня. Мы сделаем свои сухарики, лучше вот этих всех. Так, ну что, бекон. Бекон, давай, давай. О, ядреннейший просто. Ну это прям химия. Знаете, что прикольно? У 3 корочек в больших пачках они еще кладут соусы. Да. Мы специально не стали брать, потому что нечестно будет. Здесь соуса нет, а там бы было. Но вот у бекона есть классный соус, на самом деле. Барбекю с ним неплохо. Отдельно, конечно, сложновато. Это первые сухарики за сегодня, которые мне не понравились. Пахнет прям химией, ядреннейший. И послевкусие не очень. Для меня лучше холодца, но тоже не очень. Типа 5 максимум. Я даже 4 поставила. Короче, я чувствую, 3 корочки у нас сегодня проигрывают. Хотя я ставил на них. Мы вообще без вариантов думали, что они победят. Мне очень нравятся 3 корочки. Я тебе расскажу классную историю. Я со своим другом, когда был в детском лагере, мы рисовали комиксы 3 корочки. Ничего себе. В тетрадках таких в клеточку мы рисовали 3 корочки, они там разные вещи делали. Прикольно. Мы их срисовывали с обложек. Круто. Вот это творчество. Да. Вот мне делать нечего было. А сейчас что дети делают в лагере? Fortnite играют на телефоне, наверное. Или на свече. Жиза. Я заметила, что везде стали делать краб. Все, что мы пробовали, везде был краб. Видно, какая-то мода. Все захотели лухари жизни. И каждый раз Алина видит краб и берет. А вы уже, думаю, поняли, что я не фанат краба. Ничем не пахнет. Да, правда. Прям пахнет упаковкой. Я сразу беру 2, потому что очень тоненькие и нежные. Вкус есть. Ммм. Не пахнет, не воняет, но вкус есть. Да, интересно, кстати. Нет, это опять дешевые крабовые палочки. Ну не так дешево, как было в прошлый раз. Согласен. Да, еще одну попробую, чтобы убедиться. Ну, вот это лучше бекона. Определенно. Мне нравится, что хрустим, они такие легкие. Мне кажется, вот пачку можно съесть легко. Ты не заметишь даже. Потому что они воздушные. Но объем больше из-за этого. Объем больше кажется, и поэтому ты дольше будешь есть тоже. То на то и выходит, а? Здесь 60 грамм, а здесь 40. Ну, немножко все-таки побольше. А по цене плюс-минус то же самое. Они все недорогие. 3 корочки чуточку дешевле, но они меньше объем. Но все-таки, наверное, из краба самое вкусное — это лайс крабовые. Я не фанат лейсов, я не фанат крабов, я не буду с тобой спорить, ты в этом эксперт. Но я могу сказать точно, что сегодня из этих 4 против 4 хрустим победили. Прям вообще без вреда. А мы еще одну не сели, подожди. Какую мы? Ну, еще осталась семга. Ну, у нас рыбный такой отдел пошел. Я вот, честно говорю, я на семгу не ставил. Я думал, это будет худший из вкусов на сегодня. И я думаю, это так и будет. Давай я пока открою. Так, твоя ставочка. Сколько ты ставишь-то крабы? 5. Не мое. Ну, просто... 6. О, семга. А я очень люблю. Кстати, неплохо. О, все, хейтер переметнулся. Нет, это лучше, чем... Лучше, чем холодец, по-любому.
Очень вкусно. Кстати, неплохо. Но опять же, я не стал бы такое покупать себе больше, чем там один раз иногда. Вот обзоры сухариков я готова делать. Мне они очень нравятся. Да, это очень вкусно. Я на удивление открыл для себя реально вкусные сухарики, которые раньше не любил. Алин, попробуй еще разочек. Все время, когда приезжали в магазин, мы покупали только 3 корочки. Попробуй. А вообще, фаворит сегодняшней съемки это вот эти потрясающий вкус. Ну, мне бы понравилось, если бы не буженина. Победитель сегодняшнего противостояния объявляется компания «Хрустим». А именно от меня лично вкус буженина французская горчичка. А я выделю томат и зелень, потому что мне этот вкус нравится, а на удивление в «Хрустиме» он тоже офигенный. И когда слышу «Хрустим», мне сразу Павел Воля где-то вылетает. Реклама, да. А самым худшим вкусом лично для меня был 3 корочки с беконом. Холодец. Холодец. Хоть это холодца, очень вкусно. Но вот этот прям топ. Я доем эту пачку, пока мы будем стоять в пробках домой. Это уже второй раз. Так, хватит кушать. А то мы все едим. Скоро Новый год, там еще больше еды. Мне кажется, живот мой не выдержит. Тут одна еще осталась. Да, ой, нет. Простите. Ну что, друзья, вот такой у нас получился ролик. Опять сытный и очень вкусный. Я надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте ставить лайки. Конечно же, подписывайтесь. Пишите, какие ваши любимые сухарики. И может, какие-то есть получше, чтобы мы с Максимом продегустировали следующие. Кириешечки, может быть. А есть еще вот какие-то... Сейчас покажу. Необычные есть еще всякие. Есть еще воронцовские. Не знаю, первый раз увидел, если честно, ни разу не пробовал. В общем, варианты есть. Ну, а на этом сегодня все. Я пошла доедать буженинку. Ну, а вы оставайтесь с нами. Ведь на пару веселей. Пока. А я вот эти. Короче, через пару роликов можно будет снимать, как я набрала вес за месяц съемок, да? Она потом в зал идет после съемки.